трудно это прошло, мы так не обратили мне куда мы. Тихонько. Так что я лука наелась, мне кажется, от меня как от деревенского хлопчика пахнет. А это наш любимый Карфур. Либо более крупный с торговыми центрами, наверное, я бы закупил старый город. Ну и еще один момент. Это мои друганы.